Doctor, I need your help. Well, let me see. Okay, open your mouth. Ooh, you have English obsession. You have no need of my service. Go and enjoy your classes. Hi, it's Настя Ян и моя рубрика Handy Hacks. А вы знали, что 30 марта в США отмечается День доктора? March 30th is National Doctor's Day. The holiday started in 1933 to honor the first time anesthesia was used in a medical operation. Today we continue to celebrate medical advances like these and thank all doctors everywhere who spend their careers healing the sick. И это отличный повод задуматься над тем, что делать, если вашему ученику нужна специфическая лексика для работы, которой вы, к сожалению, не владеете. Your BUN and creatinine elevation status were rapidly progressive glomerulonephritis, which could have signaled an autoimmune disease. What does that mean? Спойлер. Совсем не обязательно быть врачом, чтобы помочь ученику освоить медицинский английский. Ваша задача – направлять и корректировать процесс обучения. И вот три лайфхака, которые помогут вам и вашему ученику освоить профессиональную лексику. Номер один. Задействуйте онлайн-курсы, такие как Coursera, Udemy, Khan Academy, edX и тому подобное. К счастью, в интернете их огромное множество, и охватывают они почти все сферы деятельности. И к еще большему счастью, подавляющее большинство из них на английском языке. Как я с ними работаю? Я для себя их поделила на два типа. Это обзорно-вдохновляющие и глубинно-технические. Что касается глубинно-технических, оставьте их для самостоятельного изучения вашим подопечным, после того, как он или она овладеет английским в достаточной степени. I speak English really good. А вот обзорно-вдохновляющие курсы будут полезны вам обоим. Например, это может выглядеть вот так. К занятию вы оба смотрите видеоурок. Ученик выполняет либо то задание, которое вы ему дали, либо то, что предусматривает онлайн-курс. Либо и то, и другое. Он обязательно записывает всю новую лексику и термины. А далее, во время занятия, вы отрабатываете пройденный материал. Наверняка в соцсетях вам попадалась реклама портала masterclass.com. My name is David Lynch. I'm Ken Burns. I'm Herbie Hancock. I'm Jane Goodall, and this is my masterclass. Это платформа, на которой признанные мастера своего дела делятся опытом. Гордон Рамзи учит искусству приготовления блюд, Кира Найтли актерскому мастерству. И если ваш ученик архитектор, то, возможно, ему будут интересны лекции Фрэнка Гэри, известного архитектора. Ну и такие порталы, как Coursera, предлагают интересные тесты и задания, которые помогают проверить знания. И по итогу прохождения курса вы можете получить официальный сертификат, который котируется во всем мире. It works anywhere on earth. As well as beneath. Номер два. Quizlet. Это если вы технократ и предпочитаете приложение распечаткам и диктантам. Алгоритм прост. Вместе с учеником регулярно подготавливаете наборы новых слов, которым можно также подобрать картинки. Создаете карточки. Далее ученик учит слова по карточкам и проходит всевозможные тесты и играет в игры, используя именно эти слова. Так очень круто отрабатывается новая лексика. Номер три для тех, кому мало технологичных игр на изучение слов. Mind Maps. Наверняка вы о них слышали, но на всякий случай это такой эффективный и удобный способ визуально организовывать информацию, чтобы ее было проще запомнить. If you don't particularly like to draw, but you still want to tap into the spatial reasoning powers of your visual brain, then I have a particular process that I think you might enjoy that's called mind mapping. А еще вместе с Mind Maps хорошо работает scribing. Здесь все еще проще. Вместо того, чтобы писать слово, вы рисуете простую картинку. And you know what? I can close my eye now. The center idea. I can close my eye. And I can visualize what it is what I want to accomplish in my day. That's great, Link. Наконец, как бы креативно вы не подходили к обучению специалиста в той сфере, в которой вы не разбираетесь, не стоит забывать о саморазвитии. Круто было бы изучить матчасть самим, чтобы быть в теме, и заодно повысить профессионализм в глазах ученика. При этом не грех пользоваться шпаргалкой во время занятия. И если вы не уверены, что означает именно этот термин, то лучше все-таки перепроверить. Double check it. Double check. Triple check. А были ли у вас такие вот челленджи со специальной лексикой? Оставьте, пожалуйста, свои ответы в комментариях. На этом не все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк под моим видео. And stay tuned. Bye. На этом не все. Подписывайтесь на наш клан. Я просто ученикам всегда говорю, ладно, я так не говорю.